В записной книжке Варина упоминается его личный штаб. Аванпост высоко в горах. Вероятно, в районе сосредоточены крупные силы противника, а обломки союзных танков говорят о наличии батальона тигров. Вален, видимо, помешан на безопасности. Впрочем, после предательства в Сиве это вполне оправдано. В связи с этим пробраться в штаб Валена и выследить его будет очень непросто. Он обосновался в развалинах древнего памятника, уходящего вглубь скалы. Меня ждут открытые равнины. Но, похоже, я смогу использовать свою винтовку с горных высот. На всякий случай нужно будет захватить мины. По крайней мере, со мной будет Брауэр. Он хороший человек и надежный друг. Иди по верхней дороге. Будешь помечать мне цели. Теперь только вперед. Мерзнешь? Что? В такой жаре? Вряд ли. Здесь полно работы для снайпера. Хорошо. Люблю работу. Thank you.
Мой велрот подойдет. Thank you.
Это хорошая огневая точка. Mm-hmm.